Здорово, дорогие друзья, с вами Лужка, мы продолжаем играть на сервере Смотрим Тонометрим, все как всегда, и как вы поняли по названию ролика, я купил именные номера, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, пацаны, с чего уже начать? Начну с того, что этот подарок мне подарил подписчик, и номера, не знаю, какие на него поставить, и я резко захотел поставить на него именные. Начнем с предыстории, так мне бензина хватит для предыстории. Короче, еще когда я играл на первом сервере, я хотел купить себе Чарон и поставить на него именные номера. Но так как меня забанили на первом сервере уже перед покупкой Чарона, вот это поворот! Я не успел немного. Я решил отложить эту идею на третий сервер. Но так как я уже устал ждать, я захотел купить именный номер. Именный номер я заказал именно просто Evan. Я потом вам покажу. Вот. Я не знаю, как просто какие на Мерс поставить. Номера поставлю Evan. Потом купим Чарон, поставим на Чарон Evan, а сюда поставим какие-то другие номера. Вот. Покупал я их, считайте, в прошлую неделю, ну как бы, не покупал, я с Димоном, Димон заказал мне номера, именно за 500 рублей, он заказал Evan, и он мне просто их продал за 7,4 миллиона, я так не доначу вообще в игры желательно, ну особо, вот, и он закинул 500 рублей, купил номер, а я у него его выкупил за 7,4 миллиона. Там комиссия, сейчас ему марк отдать, потом на марк, потому что именные на марке стоят, вот, 7,4. Так что давайте уже подъедем и изменим эти номера, но мы их заказали еще неделю, они 8 дней. И шли, короче, админы делали 8 дней. Плюс за это время я просто спросил официальной группы, смотри, когда будут номера. Потому что уже неделя прошла. Они тупо меня взяли и заблокировали в беседе. Ну, не в беседе, а в официальной группе. Там можно писать, они тупо взяли и меня заблокировали. Я вообще офигел, прям по полной. Так, давайте еще снимем десяточку, потому что мне на бензин надо. Вот. Так, убираем тачки. Кстати, там... Я не помню, кстати, но никто пацана уже забыл, ну ладно. Так, я приехал по привычке сюда. Блин, а менять номера? Здесь номера же нельзя менять, ну ё-моё. Смотрите, это первая тачка, самая дорогая, которую мне подарили. Это первая тачка, на которой я поставлю именные номера. Может, ебануться и в край поставить СГУ? Это будет вообще первая тачка во всем. Что думаете? Пишите в комментариях. Может, винил еще поставить? Это будет первая тачка с винилом. Тот, который я хотел. Это будет прям пушка-гонка. Давайте, если наберем под этим видосом 50 лайков, что, конечно же, невозможно. 50 лайков и следующая серия с СГУ на данном авто. Вот. А мы подъезжаем. Блин, так и не сказал. Короче, 8 дней делали именные номера. Это капец просто. Ладно, давайте. Пункт набена номерных знаков. Вот этот МЕЕ, а вот наш марк с номером Evan. Я буду угорать, если сейчас напишешь, что с данного ТС нельзя перекинуть номер. Это будет прям пипец. МГГТ на марк. Все. Произвести обмен. 600 тысяч, 600, мать его, тысяч. Фух. Именные номера Evan. Это просто охуенно. Ну все, пацаны, это просто пушка-гонка. Я забыл заскринить тачки. Назар, ну чё, как себе Назар именно еду? Назар говорит топ. Все, пацаны, это просто пушка. Не, ну конечно, в именных в именных номерах шрифт прям такой себе, если честно. Мне очень нравится шрифт. Но так-то именные прикольные. Ну 7,5 миллионов за просто табличку с Эвеном. Ну не знаю. Может кто-то скажет, что это лучше надо полублат купить и поставить. Ну может и так. Чем так делать. Может я купил за 7,4, 600 тысяч, считайте, это замена. Еще комиссия там выходит 40 тысяч, чтобы я взял марк и потом еще отдать марк. Короче такое. Может надо было и купить сюда полублат. А я купил именно. Да и пофиг, короче. Хоть и именные будет номер. Ладно, и так сойдет.
А Назара забрали. Короче, пацаны, я тот человек, который всрал очень много денег перед отъездом, потому что мне до отъезда осталось 3 дня, и за 3 дня мне надо накопить, ну, хотя бы 20-ку. Это 4 миллиона. Короче, Пашка победитель по жизни, так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие мои видосы. 50 лайков, и мы ставим сюда СГУ, а если наберете... Ну ладно, давайте 50 лайков СГУ, а потом за винил мы договоримся на СГУ ролике, вот. Я надеюсь, СГУ вы наберете, блин, надо же поставить СГУ все-таки на какую-то тачку. Так что, всем удачи, пацаны, и всем пока.